Строительно-монтажный трест по-прежнему держит печальную пальму первенства по зарплатным долгам перед своими работниками. Об этом сегодня говорили в прокуратуре города, где проходило заседание антикризисного штаба. Еще один крупный должник по зарплате общества с ограниченной ответственностью СУ-7. В общей сложности два предприятия должны порядка 8 миллионов рублей. И этих выплат ждут более 300 человек. А вот пенсионный фонд и фонд медицинского страхования недополучил еще более гигантскую сумму – 500 000 000 рублей. У самого большого должника общества «Энергогаз Ноябрьск», за которым числится 205 миллионов, перебои со страховыми выплатами начались около 3 лет назад. И сейчас пенсионный фонд направляет документы в соответствующие инстанции о взыскании имущества. Общая задолженность страхователей перед пенсионным фондом и фондом обязательного медицинского страхования составляет на сегодняшний день около 512 миллионов рублей. Это очень большая цифра, такой у нас еще не было никогда. 40% из этой суммы составляет задолженность «Энергогаз Ноябрьска».